кто тут лежит 2 часа ночи. Всем привет. Кто проснулся 2 часа ночи, разбудил маму? Я. Чего у тебя случилось? Расскажи на камеру. Ну, глаза вот там начинаются. Гроза началась. Самое интересное то, что она уже прошла, ушла, тишина была, и он ее увидел, видимо, уходя она, что ли, он ее случайно заметил, расплакался, испугался сильно, забрала его себе в кроватку. Да, Дим? Будешь с мамой спать? Давай, ложись туда, на краешек. На краешек? Да, на краешек. Этот? Вот этот, конечно. Тебе же не нужна подушка, я надеюсь? Нужна. Да что ты, тебе еще подушка нужна добавок? Да. Хитрюшка маленькая. Козявкин. Так, достала я наконец-то светильник наш. Здесь вот оказалось, ценник был налеплен. Короче, надо сейчас оттирать. И здесь вот такая же у меня Димина. Здесь вот тоже где-то. А вот тут вот клей. Это вот в Димину комнату пойдет. Будет посветлее у Димы наконец-то. Потому что там всего 3 лампы. И это очень темно. Это ужасно темно. 3 лампы. 4. Как раз 5 ламп будет у него. Будет хорошо. Вот, потому что здесь тут у меня на кухне 6 лампочек. Ну вот 5 горят, светло. Прям мне вот очень хорошо. Там вот, вон она. Там одна всего лампочка. Ну там тоже светло. Мы хотим сделать 2 лампочки. Как бы одна в коридор, а другая вот туда вдаль светить. Вот сейчас буду оттирать подсолнечным маслом. Солнечное масло. Вуаля. Вот и все. И такая же здесь. Тоже. Все. Слава богу, оттерла.